В Куровском отделе ЗАГС прошло необычное мероприятие в преддверии праздника 8 марта. Официальный статус родителей получили 7 супружеских пар, у которых в конце прошлого года родились дочки. Рождение ребенка – это всегда счастье для родителей, особенно если это первый ребенок в семье. Алексей и Анастасия Колышева статус папы и мамы получили всего несколько месяцев назад и не перестают делиться своей радостью. Родителями быть – это счастье, очень большое счастье. Понимаешь, что ты мама – это просто не передать словами. Это только уже понимаешь, когда ребенок у тебя на руках в роддоме дают. А для папы как? Я полностью согласен. Это просто счастье, когда ребенок в доме. На торжественную церемонию посвящения в родители были приглашены 7 семейных пар из Куровского, сельских поселений Дороховское и Давыдовское. Этих молодых мам и пап объединяет то, что их первенцем стала девочка. Девочка – это огромный-огромный праздник, потому что это тот самый настоящий хрусталь, который создает в семье радость, уют, счастье, благополучие. Ну а то, что девочки – это, как правило, папины дочки, это безусловно, я знаю даже на себе, потому что у меня тоже девочка, и это действительно огромное-огромное счастье. От главы Орехово-Зуевского района Бориса Егорова, депутата Московской областной думы Эдуарда Живцова и районного отдела ЗАГС молодым родителям были вручены подарки. Особые поздравления в этот день звучали для мам, ведь скоро они будут отмечать свой праздник – Международный женский день.